Всем привет! Меня зовут Филин Максим, а это французский бульдог Марсель. Многие, конечно, меня спрашивают, почему именно французский бульдог, почему не другая какая-нибудь порода собак, ведь есть такие интересные с носом собаки, овчарки различные, лабрадоры. Да, действительно, есть очень много, большое количество пород собак, но лично мое мнение, мне кажется, мне подходит только французский бульдог. По одной простой причине, что мы с французским бульдогом очень похожи именно характером. Французский бульдог – это упрямая собака, и я тоже упрямый. Французский бульдог – это сильная собака, и я тоже занимался силовыми видами спорта до поры до времени. Этот маленький, коренастенький барбосель на самом деле может быть очень сильным и иногда даже сильнее обычных больших собак. Поэтому мы с Марсиком прям как просто инь и янь получается. Мы нашли друг друга и очень счастливы. Также мне очень нравится, что с французским бульдогом всегда можно договориться. Французский бульдог обладает очень хорошей эмпатией, и он очень хорошо понимает своего хозяина. Поэтому мне с Марсиком достаточно комфортно. Я сам такой человек, достаточно закрытый, замкнутый, но с Марсиком мы прям лучшие друзья. Марсель не мешает мне работать, а когда мне хочется сходить на прогулку, хочется поиграть с ним, погулять, он с радостью соглашается и чувствует мое настроение. Также Марсель очень чувствует других людей, то есть он прекрасно понимает, с какими людьми мне, например, хочется общаться, с теми же самыми собачниками, да, когда мы гуляем, а с какими людьми мне, например, в данный момент не очень комфортно, ну или вообще я занят какими-то своими мыслями, и мне не хочется ни с человеком общаться, ни тискать его собачку. Поэтому вот это качество эмпатии собаки, на мой взгляд, очень важно.